Выставку Академия посвящает своему основателю, художнику Илье Глазунову, 90 лет со дня рождения которого исполнилось недавно. Это высшее учебное заведение Илья Глазунов создавал с великой целью сохранения традиций в русском художественном образовании, в том числе с надеждой на возрождение жанра исторической картины. В экспозиции выставки Академия представит живописные работы своих сегодняшних студентов и выпускников в традициях классической реалистической школы и в поиске нового образа русской истории, в осмыслении событий прошлого, в погружении в исторические места. Молодые художники выбирают сюжеты из истории Древней Руси, Московского государства.